Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. Как в Армении, так и на оккупированных азербайджанских территориях царят панические настроения в связи с резким увеличением военного бюджета Азербайджана. Напомним, что Азербайджан увеличит в 2020 году бюджетные расходы на оборону и безопасность минимум на 21% до 2,3 миллиарда долларов. Тем самым, официальный Баку в очередной раз продемонстрировал способность собственными силами укреплять вооруженные силы и тратить больше средств на их модернизацию ради заветной цели – освобождения оккупированных территорий. Мы уже писали о панике Менуа Арутюняна, Эдуарда Шармазанова и ряда других общественно-политических деятелей Армении в связи с ростом военного бюджета Азербайджана на 2020 год. И вот пришла пора завыть на Луну от страха и безысходности представителей сепаратистского режима. Так, Тигран Абрахамян, именующий себя советником президента НКР, на своей страничке в Фейсбуке опубликовал полный уныния статус, в котором завуалированно признал: противопоставить росту военного бюджета Азербайджана армянам нечего, поскольку денег на это у них нет. Вопрос резкого увеличения военного бюджета Азербайджана стал предметом обсуждения в контексте разных аспектов. Говорим резкого, поскольку увеличение на 21% содержит в себе существенные угрозы и приплюсовывается ко всем рискам, которые уже существуют сегодня. Написал Тигран Абрахамян. Отметим, что подобного рода паника наблюдается у очень многих армянских экспертов. И это понятно. Все они прекрасно понимают, что Азербайджан увеличивает военный бюджет и на деле укрепляет армию не ради красного словца, а для скорого и неминуемого освобождения оккупированных территорий. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.